Новый шахматный класс открыли в школе номер 40. Проект по внедрению шахмат в образовательный процесс уже действует в 14 школах Владивостока. Я глубоко уверена, что этот прекрасный класс с очень хорошим оборудованием, светлый, уютный, станет началом большого пути для очень многих детей, для которых шахматы, они не станут гроссмейстерами, но вполне вероятно, что эта игра сделает их богаче интеллектуально. Основная задача – гармоничное интеллектуальное развитие наших детей. За летние каникулы планируется организовать обучение для учителей других школ, где с началом учебного года такой проект тоже появится. Обратите внимание, нашим школам требуются преподаватели, которые могли бы подхватить это направление, пройти профильное обучение и в наши школы принести шахматы, а может быть, там чуть шире взять это направление, например, ввести там любой из предметов, которые касаются точных наук, например, математика, физика. Конечно, как одно из дополнительных направлений, которое будет также являться частью учебного процесса, взять шахматы. Поэтому мы ждем вас. Ну, а родители, обращайте внимание, есть ли в ваших школах подобные классы, уверен, что это будет интересно. Желающие пройти курсы и вести в школах шахматы, а также другие дисциплины, могут обратиться к директору любой привлекательной для вас школы города. Диана Иванова, новости на Восьмом.